Кристина, готовишься. Вся такая, папа, смотри, какая она красивая. Крестить сегодня Машу будут. Маша. Маша. Расскажи, как ты готовишься к крестинам. Угу, расскажи. Не знаешь, когда? Да, Маша? Да. Да. Да, ну вот. Послушайте имена, всех записали, никого не забудет. Матфей, где у нас Матфей? Вот, да? Александр. Александр, мальчик, Александр. Даниил. Есть Даниил, да. Раздеваемся. Даниил. Евгения нет еще, да? Нет. Акулио. Назвали всех, никого не забудете. Христос воскресе. Сейчас учимся. Веселиться не старше, справиться.
Отца,
Во имя Отца и Святого Духа. Аминь.
Всех вас, дорогие братья и сестры, поздравляю с вашими новосприемниками, новопросвещенными детками, которые сегодня родились. Они сегодня сегодня в Таинской Церкви православной уделяйте внимание духовному воспитанию и родителям скажите, чтобы не купали хотя бы сутки все места, которые помазывали, чтобы не смывали. Значит, сейчас деток можно одевать, можно и мамам зайти, помочь. Сами мамы берут полотенце, на руку заносят, начинают болеть матери. Мам, еще раз поздравляю. Мы крещённые. Заходи, мама, туда. Все, мы пошли. Привет. Ну что, ты натерпелась? Честно, взял. Нет, да. А? Пойди только, ну, надо пойти по работе. Что там тебе рассказали, хоть расскажи, а то мы не знаем. Нам? Да. Такие ноги длинные у тебя. Да нет, это... Маша, это носки. Это носки теплые. Там тапочки надо было.